Понедельник в Самарской области ясно, осадки маловероятны. Днем 22-24 с плюсом, ночью 17-19 выше 0. Ветер юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 23, ночью плюс 19. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно. Температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 19. Юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Днем плюс 22, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.